Это капец. Всем привет, ребята. С вами Виталий Зеленый. И со мной вот мой друг Иван. Иван не зеленый. Не зеленый, да. Поздоровайся, Иван, как всегда, не здоровается. В общем, ребята. Привет, ребят. Что я хотел вам рассказать. Вот мы сейчас с Ваней пришли в дом. Вот идем по дороге до него. Там, где, ну, как бы по поверьям, живет ведьма. Ну, вот. Мы с Ритой ходили в него днем. Я туда забоялся ночью идти. В общем, ну, если вы хотите этот влог увидеть, я оставлю ссылочку в описании. В общем, ну, я там все рассказываю, мы ходим туда днем, и я там говорю даже, что я туда ночью вообще не захочу идти. Блять, я вагомолстый тут. В общем, ребята, нам очень сейчас с вами страшно. Сейчас на часах 12 часов ночи. Ну, точнее, вот, без 10. И мы вот сейчас только к нему подходим. Нам осталось метров 100 до этого дома. Вот. Мы набрали с Ваней свечек, чтобы там нам было, ну, посветлее. И, ну, мы не ночевать как бы там будем, а хотим с 12 пробыть там до рассвета. Как бы, можно сказать, ночевать, но мы спать не будем там в нем. Мы, ну, Ваня, может быть, и заночует. Ну, типа, мы там просто пробудем до 4 утра, хотим, до рассвета, то есть. Неважно до скольки, но когда будет расцветать. Мне очко заиграть. Ваня говорит, ему очень очково. Ну, я не знаю, как бы, мне тоже очень, ну, мне страшно, ну, пока я до него не дошел, блин, тут столько корях, пока я до него не дошел, у меня, типа, как-то, знаете, даже настроение есть. Сейчас мы его найдем, здесь капец кущери, сейчас у меня фонарик на телефоне включен, я, ну, у меня есть вот такой вот фонарик, вот, видно вам его или нет, ребята? Но он сильно засвечивает, когда я на себя свечу, и поэтому я включил сейчас фонарь с телефона. Мы находимся возле речки, ой, чуть не упал, и здесь очень влажно. Вот там вот, если, ну, вам вряд ли видно прям нормально, ну вот, вот, смотрите, там вот камыши идут, и там уже за ними речка. И здесь очень сильная влажность. В общем, ребята, так вот именно, знаете, не то чтобы холодно, но вот, если присмотритесь, идет пар со рта. В общем, я бы не сказал, что прям холодно, но неприятно, очень влажно на улице. Да, ребят, мы это делаем заради вас. Вот не спалось бы нам сейчас с Ваней дома. Вот подумайте. А мы сейчас идем в 12 часов почти ночи, непонятно куда. Я думаю, это видео заслуживает лайка. Поставьте, пожалуйста, видео этому лайк, ребят, и подпишитесь на канал, если, ну, вы еще не подписаны. Блин, собаки так скулят. Сейчас крики. Фу. Еще по камере, если он будет, тарит. Посмотрите, ребята, какой он старый. Блин, ночью он выглядит еще страшнее. Тут Рита голову поломала. Тут, да, вдарилась Рита головой. А вон, смотрите, ребят, чердак. Что, надо туда залезть, осмотреться. Что, мы там свечи будем расставлять? В доме? Да. Ну, залазь. Кстати, ребят, смотрите, покажи, Вань. Мы, чтобы нам не было скучно проводить время, мы взяли немножечко пивка. Фу, как обычно, алкаши. Да, ребят, это многие так пишут. Вот смотрите, сейчас выключаю фонарик, смотрите. Ваня, а ну покричи. Блин, смотрите, какое низкое окно, и выходит прям сразу тут такая, оп, веточка в окно. Шо? Да что ты стукаешь, я шо? Пугаюсь. У меня аж мурашки по коже постоянно. Я думал, двери какие-то. Где-то днем Ваня очковал. Давай, доставай свечки, я буду снимать, как ты будешь делать это. Я? Ритуалы проводить. Посмотрите, ребят, как это выглядит. Что?
А ну, до лица свечку поставь. Капец, жестко. Фух, ребят, ну эмоции, конечно, такие себе, не очень здесь. В одиноко я тут точно. Я один тут тоже не был. Ну сейчас с Ваней, мы типа улыбаемся, нам весело, знаете, там типа свечки расставляем. Ну, прикольно, новые эмоции, я надеюсь, вам понравится это видео. Как огонь, выглядит странно. Прикольно, посмотрите, как это выглядит. Огонь как-то в сторону говорит. Ребята, ну все, уже как бы дом приобрел такой вид, аж мурашки от которого по коже идут. Посмотрите, везде свечки. Мы пораставляли свечки. Посмотрите туда. Это капец. Это жесть. Сейчас выключу фонарик. Защитишься ли ты этим ножом, Ваня? Да. Я не знаю. Вряд ли. Ребят, это капец. Это вообще как-то как обряд какой-то проходит. Вы представьте, если кто-то будет сейчас идти со стороны этого дома, надо будет, кстати, Ваня, выйти показать, как со стороны это выглядит. И из окон вот этого страшного дома я бы обходил бы его стороной. Из окон вот этот свет от свечек. Аж мурашки по коже. Вы посмотрите, как это выглядит. Просто капец. А, гнездо я показывал, кстати. В авто, я в том влоге показывал, здесь вот есть гнездо, ребята. Тот, кто не видел влог мой предыдущий, вот здесь есть гнездо. Да, и здесь были яйца, кстати. Сейчас они есть там или нет, посмотрите. Ой, мне не видно. Кстати, ребята, обратите внимание. Мы заходили сюда через окно, а двери здесь забиты, здесь нет входа. Здесь нет входа от дверей, ни здесь, ни здесь. Вот они заколочены и забиты. Мы заходили через вон то окно. Да, вот. Еще одно гнездо. Это ласточки на гнездо, по-моему. Вон она летает, ребята. Ласточка, ты дура. Фу. Мы не хотели тебя обижать. У меня мурашки по коже. Я смеюсь сейчас. Я шуганулся, как ты заорал. А ты не видел, что вылетело оттуда что-то? Я думал, то летучая мыша. Фу. У меня мурашки. Я тоже шуганулся, аж сердце ёкнуло. Фух. Я отсюда убегу до утра, до рассвета. Я вам говорю. Ты понимаешь, это все нагнетает, нагнетает, нагнетает. Вот эти все свечки вокруг. И этот дом. И тут гнездо, и это, блин, ласточка. Прикинь, одно прошуршали, типа, нормально. Да. Другой. Блин, у меня аж голова, знаешь, у меня аж в висках начало стрелять. Вот так это выглядит со стороны. Фу, ё-моё. Ну что ж, ребят, ждем рассвета и валим домой отсюда. Потому что здесь жутко очень. Да, Ваня? Ты будешь на чердак залезть? На чердак? Да, ну попозже давай залезем. Я не полезу. Да ну нафиг. Ну я когда рассвет... Я, короче, когда рассвет будет... Расцветать, я полезу на чердак. И засниму рассвет с чердака. Вот, вот это вот будет прикольная идея, согласись. Вот. А сейчас мы, ребята, ждем рассвета. В общем, и все. Ребятушки, мы вот сейчас вышли из дома пописать, потому что уже очень, блин, холодно. И, ну, понятно, что попиваем пивко и хочется в туалет. В общем, ну, я, наверное, думаю, что не только из-за этого хочется в туалет. Согласись. Не смешно. Не смешно. Кстати, у нас уже подогорали свечки по чуть-чуть. Ну, мы их потушили, потому что уже просто, ну, боимся, что где-то что-то загорится. В общем, и побоимся уже находиться в этом доме. Уже ждем с нетерпением рассвета. Сколько у нас уже время, покажи.
У нас уже 2:30 ночи. И, кстати, очень-очень холодно. Скажи, Ваня, как тебе? Ага. Вот, смотрите. А ну, покажи. По-моему, видно. Очень-очень холодно и влажно. Очень холодно. Ну, мы, ребята, терпим. А, кстати, что еще хотел сказать. Очень хочется спать. Очень хочется спать. Я не думал, что это будет так сложно. Просто сидишь, ты понимаешь, что ты засыпаешь. Виталий, а спать нельзя. Виталий еще такой скучный собеседник. Только страшные истории рассказывают. А, да-да-да-да-да. Мы себе нагнетаем еще сидим. Разговариваем, страшные истории вспоминаем. Там про домовых, про все вот эти все дела. Это все страшно и вот холодно. Мы промерзли. Вот посмотрите на ботинки. Видно, что роса. Очень холодно. Ребята, ждем рассвета и все, сваливаем домой. Фу, все, ребята, наконец-то мы дождались рассвета. Это жесть, мы, блин, промерзли насквозь. Да холодно, возле речки. Возле речки очень холодно. Ну еще как, посветлело, но еще не совсем. И я, как обещал, сейчас залезу на чердак. Кстати, свечки, вот смотрите, ребята, свечки догорели. Но еще бы, блин, столько времени. Мы их потушили чуть-чуть раньше, потому что уже, ну, дом бы нафиг загорелся. Птички так поют. Ой, зачем я свечу? Привык с ночи. Я чуть не заснул здесь, представьте. Ты же дебил! А как ты оттуда залез? Фу, капец, я пока отсюда рассказывал. Ваня, как ты залез? На камеру я сейчас туда залезу. Что такое? Да валилась херня. Ого. Этот дебил еще и петардами запасся. И мне не говорил. Ты дебил? Я, кстати, просто даже не так жестко испугался, как тебя, когда ты из этого, из погреба вылез. Смотрите, ребят, как прикольно. Видно еще месяц. А вон там где-то скоро выйдет солнышко. Видно, да? Вон там выйдет солнышко. Выходит потихонечку. Этот дурик петардами запасся и теперь пугает меня. Но мне уже не страшно. Покорил ведьмин дом. Надеюсь, ведьма на меня не обидится. Блин, прикалывает утро вообще. Хоть мы и промерзли, хоть и свежо очень сильно. И типа, блин. Но очень это классно. Это, ребят, ощущение такое вообще не передать. Очень интересно. Я надеюсь, вы поставите сейчас, ребята, лайк и подпишитесь на канал. Потому что хочется делать контент, когда есть активность на канале. Когда ты заходишь на канал, там видно, что ребята комментируют, ставят лайки и подписываются. Это очень круто, это очень мотивирует на новые ролики крутые и на все дела. Блин, я боюсь становиться, смотрите, дальше, типа, потому что черепица, смотрите, как она. Здесь, смотрите, какое все хрупкое, типа. Вон, смотрите. Вон, Ваня уже вылез. Ну что ж, ребят, на этом наши приключения закончились. Если вам понравилось это видео, обязательно, пожалуйста, поставьте большой палец вверх,
подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и вы будете первыми видеть мои видео. И обязательно напишите комментарии, потому что я все перечитываю и на все комментарии стараюсь ответить. Ну что ж, ребята, давайте до новых влогов, до новых встреч, до новых видео. Всем пока!